Депутаты, руководители организаций и просто неравнодушные жители города Видное приняли участие в акции «Возродим город-сад вместе». Места для посадки новых деревьев были выбраны по заявкам видновчан. Предпочтение отдавалось дворам многоэтажек. Символично, что саженцы, яблонь и инвентарь, лопаты и ведра забирали на улице Лемешко. Ведь именно Тимофей Игнатьевич, который в послевоенные годы заведовал лесопарковым хозяйством Московского коксогазового завода, взял курс на озеленение города. Яблони посадить во дворах многоэтажных домов – это будет просто возобновление к тому, что было заложено великим Лемешко. Яблони для посадки были закуплены в подмосковных питомниках. Среди них как семилетние саженцы, так и одногодки в закрытой корневой системе. Очень хорошие сорта – это Антоновка, Поба, Конфетная, Орлик, которые хорошо приживаются на наших территориях, именно в Московской области и в средней полосе. Очень плодоносный. Елена Разбиралова выбрала для посадки яблонь улицу Школьную, так как сама здесь выросла. По роду своей деятельности она занимается работой с молодежью, поэтому воспитанники оборонно-спортивного клуба «Ратник» с радостью отозвались на предложение помочь в посадке молодых деревьев. Я вот даже сегодня вижу, что ребята потихонечку уходят из соцсетей. Им вот хочется нормального, реального дела. Там все-таки, конечно, общение большое, но оно на расстоянии. А ребятам хочется нормального общения, когда вместе что-то можно сделать общее для себя, для города. Тем более вот на той улице, на которой ты живешь. Яблони посажены, теперь можно передохнуть и поздравить именинницу. Юлия Гордеева запомнит свой 18-й день рождения. Ведь в день своего совершеннолетия она принесла пользу родному городу. В это же время во дворе дома 25 по проспекту Ленинского комсомола вместе с руководителем районной общественной организации «Татарский национальный центр Московской области» Феликсом Жамалиевым вышли посадить яблони жители ближайших домов. Среди них было много детей. Повзрослев, им будет приятно вспомнить, что они помогали сажать деревья ветерану войны Вениамину Петровичу Андрееву. Очень приятно мне участвовать в озеленении нашего города вместе с детьми и учениками. Желаю им всем доброго здоровья, и чтобы всегда вспоминали, что когда-то и деды сажали эти деревья, и деревья эти плодоносят. Для детей был подготовлен настоящий праздник. Ведь на площадку со своей развлекательной программой пришел клоун Алекс. После игр и конкурсов ребята получили подарки от Татарского национального центра. Яблоньки вырастут через определенное время, когда те уже, кто сажал, начнут наверняка уже со своими детьми подходить, срывать эти яблочки, давать откусывать своим детям и рассказывать историю, как они сажали это дерево, будучи такими же маленькими, как они. Поэтому хочется вот этого, хочется именно памяти. Всего видным в этот день было 15 мест, где сажали яблони. Акция продолжается, город-сад возрождается. Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.